на вкладке «Персонал» откройте приложение «Управление типовыми должностями». Нажмите кнопку «Добавить» и в выпадающем списке выберите пункт «Типовую должность». В открывшейся форме создания типовой должности заполните поля. Код. Уникальный идентификатор объекта в системе. Название. Наименование типовой должности. Блок названия должностей. Заполняется для возможности связывания типовой должности и штатных должностей. Если штатной должности присвоена типовая должность, на нее распространяются все требования, указанные в этой типовой должности, в том числе и типовая программа развития. Нажмите кнопку «Добавить запись» и введите название штатной должности. Символ звездочка означает, что при запуске механизма связывания будут найдены все должности, которые начинаются с заданного слова. Нажмите кнопку «Сохранить» и «Закрыть». Добавленная типовая должность отобразится в разделе «Типовые должности».